В Якутии подвели итоги участия делегатов региона во Всемирном фестивале молодежи и студентов. Республику представляли 150 молодых людей и 40 волонтеров. В числе участников – лидеры молодежных общественных организаций, журналисты, преподаватели, активисты, молодые ученые, инженеры и творческая молодежь. Всемирный фестиваль стал крупнейшим событием в сфере международного молодежного взаимодействия и собрал более 20 тысяч молодых людей из 150 стран мира. Ребята из делегации, 40 человек, волонтеров, да, они работали по разным направлениям. Из 40 человек все они работали и сопровождали делегации, которые принимали участие в Всемирном фестивале молодежи и студентов. А остальные работали по разным направлениям, такие как управление потоками, тимлидер, и еще журналистика, СМИ и так далее. Вообще, вот по итогам Всемирного фестиваля молодежи и студентов с Республики Саха-Якутия 4 волонтеров выбрали лучшими волонтерами.